18 марта в нашей стране уже седьмой год считается исторической датой. В 2014 году в этот день к России был присоединен Крым. В Краеведческом музее по этому случаю провели просветительский лекторий. На нем студентам медицинского техникума рассказали о нашем государстве, его символах, конституции. И, конечно, особое внимание было уделено Крымской республике. Подрастающее поколение должны знать историю нашей страны, исторические вехи, ведь Крым еще 300 лет назад был в составе Российской империи, и позже, уже 18 марта 2014 года, в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца был подписан межгосударственный договор о воссоединении Крыма, и Крым стал одним из субъектов Российской Федерации. Из будущих медиков не все знают о событиях 2014 года. Они признаются, на уроках истории об этом мало что говорят. Поэтому лекторий для них оказался своеобразной машиной времени. Мероприятие было полезным, узнали много всего нового и интересного. Да, нам очень все хорошо понравилось. Презентация, фильмы, песни. Все было замечательно. А вы раньше знали об истории Крыма? Нет, раньше я вообще ничего такого не знала поверхностно. А так я много знали чего нового узнала. Когда присоединился Крым 2004 года еще. Это просто незабываемые впечатления. Памятное мероприятие завершилось мастер-классом. На нем медики создавали сладкую крымскую розу, в самый центр которой завернули шоколадную конфету. Такая встреча в музее проводится всего второй год, но, как заверяют сотрудники, в будущем это станет доброй традицией.